Тогда, в 2005-м, и сейчас подтвержденное в ходе пятничного посещения предприятия. Утром деньги, вечером стулья. Перефразировав это известное высказывание Остапа Бендера на «вчера деньги, сегодня субмикронный чип 0,35 микрон», глава государства задался логичным вопросом: а где товар? Четкого ответа не дал никто. Хорошо, вы сорвали сроки, это ваша проблема. Я о деньгах. У вас должны были тогда остаться деньги. Вам деньги выделены были под весь процесс. Или я что-то не так говорю? Я еще колебался долго. Большие деньги, думаю. Надо, не надо нам этот интеграл. Было 1000 предложений, в том числе по продаже интеграла. Приходили ко мне, большие деньги давали за этот завод. Отдайте, мы будем заниматься, мы вам сделаем игрушку здесь. Я его не продал. Под аплодисменты Семашко. Выделил вам деньги. Вы мне сказали, что вот 3 проекта. Спасибо за деньги. Через определенный срок мы к вам не придем, мы будем платить налоги, мы будем давать в казну. Так было? Иначе быть не могло. Вы бы не получили деньги. Правильно вы думаете? Именно так было. Прошло время, где товар? Проект «Субмикрон-К» – удовольствие не из дешевых. На организацию такого суперсовременного производства требуется немалое денежное вложение. Деньги вложены, а конечного продукта нет. Они сделали пока только несколько образцов рабочих, неопытных рабочих, с 1 мегабитой, но это не коммерческое, они пока не продали ничего. Неэффективный менеджмент или обычная нерасторопность директората? Президент пытался выяснить, в чем причина сложившейся ситуации. Ведь руководство завода сменилось. 6 месяцев назад сюда пришел Виталий Солодуха, промышленник со стажем. Я сюда не приехал раздавать деньги. Я приехал сюда спрашивать. Вот он сказал, я 3 раза сюда приехал по одному и тому же вопросу. Мы за эти деньги могли бы создать новое производство и 8000 человек трудоустроить. Интегральная микросхема – товар весьма востребован, а субмикронная – тем более. Без нее не обходится современная бытовая техника, телевизоры, мониторы, холодильники. Связь и телекоммуникация полностью держатся на этих маленьких умных пластинках. Энергоснабжение – еще одна сфера, потребитель такой электронной продукции. И еще область применения, где без интегральных микрочипов не обойтись – электронные документы и те же электронные пластиковые карты. Если верить официальной статистике интеграла, то белорусские микросхемы прочно закрепились на рынках близких и далеких стран. В структуре экспорта – Россия, Китай, Корея и европейские страны. Чуть меньше, но все же покупают нашу продукцию – Индия, Иран и Япония. Если мы такие продаваемые, то почему такие нерентабельные? Еще один вопрос от президента, и он тоже остался без ответа. Мы вам выделили деньги, что вы разовьете производство очень сложное, как вы говорите. Купите оборудование. Мы под это вам выделили средства. И были определены были сроки, когда это должно быть сделано. Мы пришли к финишу. На финише оказывается, что государство должно сейчас еще за вас заплатить. Да? Вы набрали кредитов, вы не освоили продукцию, которую должны были продать и погасить кредиты и вернуть государству суду, если брали. Вы это не сделали, и сегодня говорите, нам еще надо столько. Я правильно рассуждаю или нет? Да. Ну и что вы от меня хотите? Я что, Дед Мороз перед Новым годом пришел с мешка, буду вам миллиарды раздавать? Предприятие спасать и уникальный коллектив сохранить. Такое резюме от посещения завода. Спасение и сохранение будет делом исключительно белорусским. Речь об акционировании или продаже иностранному инвестору не идет. Ведь такие предприятия не только бренд, они части немалые суверенного государства и национальной экономики. Жесткий разговор на интеграле – это не точка, а многоточие. Подобная проверка с пристрастием ожидает и другие отечественные заводы. И этот разговор касается всех в стране. И разговор о том, пересажаем, не пересажаем, по закону будет. По закону должны сидеть, будете сидеть. Не виноваты, сидеть не будете. Вот и все. Есть закон. Потому что обнаглели. Президента ведут на завод, экскурсию мне организовали. Поэтому вот сегодня на ночь садитесь во главе с Семашко и думайте, что вы здесь будете делать. А вы, не дай бог, я еще приеду на какой-то завод, следующий будет ваш Азот. Там тоже примерно такая ситуация. Но мы посмотрим. Ирина Туркова, Александр Горощенко, Валерий Науменко. На неделе вдавались в историю отечественной микроэлектроники. Разговор об